Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Xenon FT2, и миссию я угадал в ночную. Вообще можно было повисеть, не влезая в это, но да ладно. Ох ты, как неудачно-то. Расстановка неудачная, ладно, пошли. Ладно. Вот мне пауза эта не понравилась. Ок, ладно. Так, здравствуй, жопа, Новый год. Ну, это было фигово. Ладно. А вот это было неплохо. Туда. Туда. А если я присяду, интересно, он как будет? Будет стрелять, не будет? Вот уже как полуубежище, полное убежище. Тут хрен поймешь, конечно. Ну ладно. Так. Гранатами. Вот гранатами, кстати, мне говорили, что фигня, ну да ладно. Сорок один, присядь. Так. Мужик с пистолетом, иди туда, будешь отвлекать. Мужик с гранатометом, ну иди, наверное, сюда. И присядь. Все, все пошли. Погнали. Как тут работает то, что ночью хреново видно, я пока не знаю. Значит, миссия тут не ходил. Враги что-то ломают. Союзники. Врагов, походу, было немного. А это я прибыл на, по-моему, упавший корабль. Ага. Погнали. Так, 40, нормально, погнали. Угу. Никого. Так, вы вдвоем дуйте туда. Так, тут у нас чего? Тут троица. Ну, в принципе, тут тоже компания та еще. Давай начнем отсюда. Никого, блин. Сейчас увижу, что им что видеть не надо вовсе, да? 37. Оп. Ну, вроде тихо. Гранатометчик, да, сюда. Да где ж тут край карты-то? Так, а тут, значит, близко край карты, да? Трактор тарахтит. С трактором все хорошо. Мне вот замедление не нравится, значит, меня кто-то видит. Пулеметчик. А, пулеметчик, понятно. Давай катим. Ну вот, две группы по три, того 9 рыл. Но это мочит союзников. Не знаю где, где-то. Наблюдение за врагом. Это у кого наблюдение за врагом? А можно показать, нет? А показать нельзя. Так. Союзник живой. Край. Отлично. Тогда туда. Сюда. Ну, этот вдоль будет. Да, вдоль такой у него. Ну, как-то вот. Тут уж где-то рядом должен быть край. А вот он и край. Вот это что за хоббитские норы, мне интересно. 14, мало. Ладно, иди. Твой
Ничего нету. Так, ты кто? Ты гранатомет. Добежишь, добежишь. Пошел. И пулемет. Ну, там никого не видать, но где-то тут кто-то ходит. Так. Давай. Никого, никого, никого. Ай, никого. Ну, я не думаю, что столько времени кто-то мог сидеть за этим трактором. Так что давайте вот сюда выходить. Ох ты, с винтовкой своей влип. Ну, надеюсь, никого нет. Нет, никого нет. И ты кто? Автоматчик. Сюда дойдешь? Не дойдешь. Беги. Так, все походили, все походили. Ну, пока никого. Странно. Как. Вот, что-то там забегал, вот он идет. А, все. Промах это хреново. А вот вопрос, мне такое надо? Вот этот вот, который тут сидит. Или не надо? Подавлен. Ну давай попробуем. Раз он подавлен. Можно было еще стрелять. Ну ладно. А, значит, мы его будем валить. Ох ты, сколько ты все увидишь. Ага. А что-то такое живучее, это я не понял. 29 еще, уходи. Присядь. Не надо. 21. 15. Ну, в любом случае, не хватает. Ладно. Ну, по крайней мере, понятно, что делать. Так, ну щитоморник тут пускай посмотрит, ну тут где-то никого тут нет, никого, выходи туда. Так, ладно, нащупали. Нащупали, где оно живет. 33, ну ладно, не хватит 33. Но тут никого, я так понимаю, они все там. Так, сейчас у меня вот эта группа немножко гребет, я так чувствую. Но тут деваться некуда. Убегает. А мог парализовать, ну ладно. Так, все, он побежал биться. Огреб. Вот они там боевые такие, ребятки. Тут по пулю бегаешь. С тебя толку-то. Ок, поперли. Снайпер. Слушайте, я никого не вижу. Странно. Давай перепрыгнем. О. Косой ты пень. Сядь. Ноль. А ноль так ноль. Пусть вас все видят. Ну, не знаю, помогает, не? Так, присяду. Так. У тебя что, у тебя автомат? Молодец, иди туда. Ну, хоть немножко поднагадить. Тоже неплохо. Лазерная пушка вещь. Так, лови еще. Отъехал. Это подавлен. Подавлен мы прям любим. Угу, я понял. Присядь. 55. Ну я, наверное, смогу что-то такое сделать. Промах. Промах. Уходи.
Ну вот это не очень. Сняли, молодцом. Стой тут. Ну даже не знаю, ну, иди сюда, наверное. По-хорошему бы туда вот пойти. Так, ну это пулеметчик, он стоит там, прикрывает, все. Да. А в принципе хорошо, что они такие активные, что они вылезают и получают люлей. Неужели меня в какой-то веке обойдется без раненых? Так. Ну да, это гроза всех этих стогов. А мне, смотрите, попал орел. Снайпер. Снайпер вообще молодца. Так, у тебя чего? Ну, у тебя ничего хорошего на самом деле. Так, присядь. Лазер. Фу, а почему он лазер, у него пушка? Я лазер-то не установил. А, это был не последний. Хорошо. Буду знать. А вот интересно, он служит прикрытием или нет? Будем считать, что служит. Ну да, тут человека дропнули. На том все закончилось. Так. Сюда. Пулеметчик, давай туда. Ты к нему в прикрытие иди. Все пошли. Ну, наверное, в корабле кто-то сидит. Что еще можно предположить? В корабле. Мозг опять сидит. Либо кто еще может сидеть в корабле, да? Так. Ну вот тут найди последнего Алина, вечная увлекательная игра. Да, на капустном поле чего у нас тут? Кстати, тут можно обратить внимание, анимация это неплохо. Они прыгают через препятствия. Похуже, чем Джаггед Алиенс третьим, но прыгают. Там-то они там на заднице катаются с разгона вообще все. Тут попроще, конечно. Так, ну что, перемещаемся к кораблю. Я же испугал, что шуршание такое. А у тебя ускоренный пистолет, да, отлично. Просто, ну, щитовик. Надо, ну, что же было ускоренное оружие дать? И, похоже, я им дал. Кто-то что-то видит. Кто-то что-то слышит. О, врага. Косой пень. Косой пень. Не косой пень. О, еще есть. Ты полечился? Ах, ты орел. Который дерево клюет. Так. Дайте мне... моих людей. Лови. Присядем. Так. А чё так хреново-то? Вот так лучше. Ты тогда лечи, чувак. А тебе нечем лечиться, хорошо. Мы тебя потом полечим. Так, у тебя есть? У тебя нет, у тебя есть. Беги быстрее туда, отлично. Неожиданно, но вышел, конечно, но тут ничего не попишешь. Так. Хреначим. И это еще не конец. Ладно. Так, кто не ходил? Снайпер не ходил. Ну так-то ему и не надо, его танк прикрывает. Не скрипи, сейчас полечим. А? Что было? Что-то стукнуло. Так.
Ну ладно, над этими управлением. Чувак, ты здоров. Даю установку на здоровость. Так, иди сюда. Иди сюда. Ну, мне кажется, уже край сейчас будет. И никого там не будет. Так, снайпер. Я даже не знаю. Давай сюда. Они что-то все гуляющие какие-то. Все, край. Они где-то бегают. Да в этой... В лодке, точнее сказать. Блин, в ракете. Все перебрал. В космическом корабле все. Несомненно. Так. Ну давай, считай их. А вот это было зря. Ну хрена чё. О, мозг. Правильно, ломай пульт. Ломай его полностью. Кого ты видишь? Ага, своего немножко видишь. Хорошо стоит. Ты это, мой стоксен не трогай. Там сейчас остался самый мерзкий. А, ты сквозь стену лазишь? Вот ты какой. Так, побежали. Интересно, отсюда будет видеть? Мне кажется, будет. Я думаю, мозг кораблей — это последний козел, которого мне надо выпилить. И, к сожалению, это самый мощный козел, которого кто-либо когда вот тут выпиливает. Мне пока страшнее алиенов тут не находилось. Это самый жуткий. Блин, смотри-ка, еще не край. Дробовик где? А, дробовик тут скучает. Побежали. Но мозг не выйдет из корабля, мне кажется. Будет там сидеть, тошнить. Подождем. Так. Но тут нету. Я не верю, что тут есть. Не может столько их там сидеть. Ну все, край. Так, тут еще три. Пулемет. Никого. Все, там пусто. Так, кто есть тут? Я есть груд. Ты его не видишь? Видишь. А ответочку нет? Ответочку да. На 70 дамага. Ну все, танк приехал, я бы сказал. Это было плохо. Промах. Нет, это был не промах. Так, я лишился танка. Но добил мозг. Да, надо было не уезжать, но кто же знал. Я думал, он еще здоровый, в нем еще здоровье дофига. А, танк стоил денег. Будем чинить. Будем чинить, куда деваться. Лучше танк, чем люди. Люди прокачиваются. Ну давай, загружайся уже. Угу, отлично. Марс убит в бою. Убит. Ну ладно. Золотая звезда. 5 врагов за карьеру, да. А это просто вот всем дают, да? Да, успешное задание. Хорошо, труп ментарха. Ментархи-то мне не нужны. Так, летим. Покрытие корпуса НЛО.
Судя по данным, собранным в ходе боев, броню инопланетных кораблей не так-то просто пробить с помощью обычных боеприпасов типа воздух-воздух. Лабораторный анализ покрытия на вражеских парадах показал, как это удалось достичь. Неудивительно, что основным фактором являются сплавы пришельцев. Добавление различных рассеянных элементов повысило прочность покрытия более чем на 50%. Эта информация крайне полезна для нас. Вариантов сплавов безумно много, и мы потратили десятки лет, экспериментируя с сочетаниями. Хорошо, что враги сделали эту работу за нас. Ко всему, при микроскопическом анализе обшивки мы выявили, что ее молекулы образуют невероятно плотные решетки, похожие на те, что можно увидеть в алмазах. Пластины брони, сделанные из этих сплавов, оказываются настолько прочными, что обычные боеприпасы просто отскакивают от них. Нам удалось, не идеально, воспроизвести подобный эффект, закалить вещество под высоким давлением, благодаря этому создать образцы материалов, обладающих невиданной механической прочностью. Эти открытия можно применить немедленно, они позволят создавать защитное снаряжение нового уровня. Ангел покрытия из сплава, просто покрытие из сплава. Ну давай посмотрим, что тут у нас. Броня страж. Допрос богомол. А, ну это эти, да. Перехватчик фантом, десантник Dragonfly. Квантовая телепортация, сюжет. Вот это бы, да? А это урон. Дайте фантом получу. Что-то у меня такое ощущение, что мне это понадобится. Так, производство. Ну, это понятно. С броней ничего. Покрытие сплав. А куда его? А, 500, блин, ладно, давай. Транспорт, восстановление, пум. Денег все меньше. 250 на все деньги. Лучше лазерная батарея. Ладно, пока подождем. Надо побарыжить. Ну, как побарышь? О, сибилинов много. А, много сибилинов завезли в этом году. Так, пойму, их не отдам. Сканер ПРШ. Что такое сканер ПРШ, хрен его знает. 62, ладно. Продать. 312. Неплохо, неплохо. Ждем. Тик-так, тик-так. Построена мастерская на базе Европы. Отлично. Теперь строить должны быстрее, я правильно понимаю? Лифт-генератор, Северная Америка. Ну, елки. Просмотр базы. Где я вам денег-то возьму? Есть. Лифт-генератор, радар. 400 денег у меня столько нет. Судами пока рано ехать, там просто пипец. Фокус замедлить. А, да. Надо сразу перехватчик нажимать, наверное. Ну, полетели. Там пока ничего у них не улучшено. Фокус замедлить. Но даже не знаю. А я могу? А, не долетит. Ладно, полетели. Той наломы никак. Начать атаку. Начнем атаку. А какая новая? Нет, разведчик не новый, ни хрена. Ракеты моего козла. Не видно, но к нулю идет. Текст нарезает одно на другое. Увеличить надо было, кстати. Да. Оружие 0 из 1, это как? Ему оружие выбили. А не важно. Так, собрать или пойти? Конечно же, пойти. Мне кажется, это намного выгоднее. Так. Пулеметчик. Изыди. С остальными все вроде хорошо. Только робота у меня нет.
Роботов надо два, пока одного чинишь, чтобы второй был. Ну так надо. Сержант, стрелок, защитник, снайпер. Пулеметчика нет. А капрал это самый мелкий, наверное, да? Ладно, неважно. Точность, точность, точность. Да, так, по точности. 7 из 2. Пойдет. А, винтовочка-то. О! Так, сейчас перевооружим. А, и... Да, то-то. Так, хорошо. Снайпер, снайпер, понятно. Стрелки, да. Лейтенант. Летеха. Вот так. Тут ничего интересного. Все, что надо, я ему уже дал. Стрелок. И ему еще что-то можно дать. Вопрос чего? А гренку тебе дам. О, молодца. Так, и у меня еще лазерная винтовочка-то есть. Так, еще одну давай. Модули. А, не надо, уже есть, да? О, очень красота. Так, а тебе, соответственно, вот эту срань выкидывай. И бери вот такую. Ну вот. А постепенно вооружаюсь нормальным оружием, да. Что с бронькой? Бронька у всех хорошая. Никто в говне не нес. Оп! Вот ты. Охранников больше нет. Ну да. Гранатометчику, в принципе, не сильно-то и надо. Он там сзади где-то ходит. Все, норм. Пошло лазерное оружие. Прекрасно. Одна винтовка. Пулемет. А, ну да, пулеметчик. У меня не пулеметчик. А давайте кого-нибудь мутируем в пулеметчика. Хрен мне столько стрелков. И тебя, например. Ну, понятно, понятно. Динамит отдай. Кто там патронов-то? 50, я думаю, хватит. Но по мне так нормально. А что ты стрелок-то пулеметчик? Вот так. Отдай. А, предметы. На. Ну вон. Оно? Вроде оно. Пулемет тут не тут. А, вот так, да? Оп. И что-то надо выкинуть ему. Давайте одну обойму выкинуть. Сохраним, да. Пулеметчик теперь такой. Отправь. Массовый арест. Ну да, ничего не сделал. Ничего, появится, все будет. Ну давай, загружайся. Хотя, в принципе, видео уже на полчаса. Давайте тогда эта миссия будет в следующей серии. Жмите, пишите. До новых встреч.